Всем добрый день, доброе утро, уважаемые друзья и коллеги. Рад вас всех приветствовать. Среда, у нас 3 августа, евро-доллар. Давайте поехали. Итак, евро у нас находится за пределами линии тренда восходящего импульса с реализацией главного целевого ориентира. И теперь вот такая вот дилемма складывается. Либо мы пойдем повторно, тестируем трендовый уровень и будем снижаться вплоть до линии уровня Т5 1.08-1.0760. Либо уже зайдем хорошенько за уровень Т4 в модель и начнем продолжать восходящий импульс с углублениями, ну и как минимум обновление критичными максимумами. Очень важный такой вот момент на текущем этапе. Что касается более младших таймфреймов, евро находится с реализацией главной цели. Была ожидаемая вчера здесь на повторном тестировании точка входа на отбой и дальнейшее продолжение восходящего импульса. Здесь еще пока на текущем этапе непонятно, нет четкого явного пробоя вчерашнего дня. Но в любом случае я пока рассматриваю по направлению ДС, тем более в экспирационный день по-прежнему, то есть 76.29. Да, по-прежнему возвращение в правильное русло, в плечо 0.940, 0.950 с целью как минимум на текущей неделе 1.10.90, 1.11. Пока не произошло вот такой вот конкретный слом тенденции, да, восходящее вот это все длинное текущее, это нисходящее коррекционное движение восходящего импульса, да, глобального формата. Плюс ко всему мы видим, что трендовая пока не пробита однозначно, и основным драйвером все-таки я считаю рост по направлению ДС, тем более в экспирационную неделю. Фунт доллар, похожая ситуация. Здесь на текущем этапе мы рассматриваем единственный важный, да, признак, также трендовую линию. Ну, немножечко, чуть-чуть здесь не дошли, в отличие от евро. Я бы посмотрел на 26.67 и 26.36. Уровень чуть-чуть пониже, 56.70 пунктов. Прям таки купить в среднесрочную перспективу глобального восходящего плана. Ну и не исключаю, что с текущих значений тут есть некая погрешность. Мы можем уйти в правильное русло и, так сказать, набирать ликвидность, создавать новые импульсы роста. Минимальным целевым ориентиром в рамках текущей недели является уровень 28.80. Ну а пока говорить о дальнейшей перспективе рано. В общем-то, бай по направлению ДС. Доллар-иена сопротивляется. Здесь у нас основным драйвером является максимально действующий контракт с крупнейший, да, 5000 контрактов, и здесь четкого, явного, ярко выраженного пробоя с закреплением нет, пока нет, да, всего лишь ложный пробой данного уровня 48.80.90. Поэтому располагаю предыдущими планами, думаю, что мы спокойненько сегодня дойдем до данного уровня, потестим его и будем разбивать все-таки данный диапазон в сторону нисходящей тенденции, как минимум на текущем этапе текущей недели, да. Безусловно, есть перспектива здесь доработки главного целевого ориентира 145.60, но после экспирации контракта. То есть вот такое вот тестирование Т4 повторная, и уже с новой текущей недели, с нового контракта будем развивать дальнейшую перспективу восходящего импульса. Только по причине экспирационной недели и крупнейшего контракта я вот не рассматриваю прям таки с текущих или после правильного пробоя продолжения. Австралийский доллар у нас завершает, да, у нас была сделка, наверное, уже стоп сработал, по факту идет, так, здесь у нас вот такое было движение, я трендовый тоже здесь думал покупать, но нет, пробили ее, ну, 10% модель, что вы хотели, да.
Как говорится, тогда идем в нисходящую плоскость с высокой долей вероятности и спокойненько отработаем уровень 64.80 по данной текущей модели. Раз, два. Так, ну вообще-то уже прям-таки на границах и в рамках времени можем спокойненько увидеть здесь уже возвращение в этапы русла восходящего характера. Ну вот без тестирования прошли совершенно уровень 66.92. По крайней мере на текущем этапе, так же как и по евро, пока не пробили, не закрепились. Сегодняшним днем я рассматриваю как уровень сопротивления последней нисходящей модели. Так, доллар-франк у нас также мы превысили максимально значимый контракт. Здесь только одной свечой закрылись без продолжения. Я тоже не буду говорить, что мы реализуем и забудем про этот уровень интересно, тем более в экспирационную неделю. С высокой долей вероятности мы увидим тест зоны 88.11, 88.25. Здесь уже увидим ложный пробой или хороший отбой с возвращением на основную поддержку 87.27. Думаю, вот такой сценарий на текущий день будет как основной, самый и главный. А уже с новой недели посмотрим на продолжение. Ну и доллар Канада. Приблизились мы здесь к важному, уже значимому уровню. 85% модели. Идем как раз на перелом. Уровень 37.78, 33.68. Ну, важные, без рамок времени, осведомленные уровни. Думаю, пройдем с обновлением критичных максимумов вот этого экстремума. Как раз Т4, 34.06, 34.00 сегодня увидим с перспективой ложного пробоя и уже серьезного правильного снижения в рамках текущей недели к уровню баланса восходящей модели. Ну а дальше с новой продолжение, если не попытка слома этой тенденции. Поэтому вот такие сценарии сложные и интересные мы рассматриваем на текущем этапе. Так, а ПДС у нас вот она что. Ну вот видите, как раз и адверза, и опционный анализ нам практически идентичное указывает. Максимально значимо в экспирационную неделю, он просто приоритетный уровень. Если раньше там где-то можно на них смотреть с небольшим пристрастием, то в экспирационную, экспирацию у нас сегодня в эту пятницу, ну, нужно обращать на них достаточно важное и пристальное внимание. Так, ну и золото, вот есть у меня очень высокий интерес к уровню 1929, говорил в начале текущей недели. Я думаю, на него стоит обращать особое внимание, но вот может мы даже его и уже не увидим, да? Пойдем возвращаться и хороший старт в рамках времени на обновление всех этих максимумов вполне себе увидим. Что я имею в виду? Я имею в виду вот эту модель глобального восходящего характера. Мы идем неплохо и, по-моему, тут даже где-то рамки времени я видел. В общем-то, нет, не совсем еще время, но перспектива, в общем-то, уже можно сказать, что практически коснулись, миллиметра не дошли до приятных известий импульса восходящего характера. То есть все это вот недельное, двухнедельное коррекционное снижение обусловлено восходящей моделью. Так, ну и S&P у нас все согласно плану пошла цена. И теперь, что мы можем и должны увидеть? То, что мы хотели, увидели. Надеюсь, кто-то из вас включался, да, в продажу. Ну, здесь я повторюсь, 4.436, моя цель. Как минимум до этих диапазонов мы цену должны увидеть. И пока с текущих значений каких-то супер точек входа их не видно, кто не вошел ранее. Да, тут как бы опоздали.
Так, ну и нефть. Нефть вчера замечательная была сделка. Надеюсь, многие получили удовольствие. Точка входа 400% модели восходящего характера. Плюс давление ДС. Все контракты, я думаю, ну тут грех было не продавать даже такой вот контртрендовый насыщенный диапазон. На текущем этапе, только после обновления критичных минимумов вчерашнего дня, правильная формация, можно входить от экстремума в того же вчерашнего дня. Перспектива снижения минимального характера в область 77, в общем-то, вот сюда к перелому, я думаю, мы должны увидеть сегодня текущие значения цен. По направлению не забываем ДС, в общем-то, продажи актуальны. Ну и биткоин не смог у нас выбраться, закрепиться актуальной вчера свечой. Нарисовали доджик с поглощением, поэтому продолжаем и дорабатываем, как по мне, уровень 28-27, а уже там будем смотреть и искать новые порядки для активных покупок именно в инвесторском плане. Доллар-рубль, безусловно, растет, и мы увидим скоро. Тут вопросов вообще нет к данной валютной паре. Всех благодарю, всем желаю замечательного торгового дня, отличного настроения и здоровья. Пока-пока.